Всем привет, дорогие друзья! Это канал Миша Зе. Вот, я сегодня что-то сегодня проснулся и думаю, что-то я поднабрал веса немножечко. Ну, заплыл. Если вы увидите фотографии, допустим, 2-летней давности, я там гораздо худее. Грубо говоря, за почти 2,5 года я набрал где-то 15 килограмм. Нужно с этим что-то делать. Тем более, скоро лето, и нужно себя в форму приводить. Именно поэтому я сейчас иду на пробежку и возьму вас с собой. Конечно, не всю пробежку буду снимать, так неудобно. Думаю, пробегусь 5 километров. Оденусь тепло, чтобы пропотеть, так сказать, как в этой песне. Выгоняем алкоголь. Вот выгоним весь алкоголь вместе с вами. Покачаем пресс, придем домой и сдохнем. Всем приятного просмотра. Погнали, давайте вместе со мной. Первый слой одет. Но в любом случае, сейчас плюс 9 на улице. Можно, в принципе, и без шапки, но лучше в шапке. Вот. Сейчас будем одевать второй слой. Чуть не забыл. Специальный напоясник, сюда я положу телефон, выведу наушнички, чтобы была у меня музычка. Вот так вот просто дал. Ну и еще ветровку одену, кроссовки и в добрый путь, господа. Я, короче, решил, если я буду немножечко подохреневать из-за того, что я не так часто бегаю, возможно, мне будет сложно, то я пробегусь немножечко меньше. Да, так и сделаю. Так, ветерочек такой нормальный, кстати, херачит. Короче, побежали. Блин, я что-то совсем забыл. У меня же были порваты связки на ноге. Наверное, только месяц прошел, как я порвал. Я видео по этому поводу еще не выпускал. Хотите вы узнать, как я попал в больницу? Не хотите? Напишите в комментарии. Что-то нога побаливает. Но я побегаю сейчас, пока вот совсем хреново не станет. Вас не забыл. Фух, 2 километра уже пробежал. Тяжко, когда делаешь такие перерывы между тренировками, всегда тяжко. Еще и после тусовочек всяких. Жесть. Как вначале было весело. Тяжко, очень тяжко. Пробежал, короче, 4 километра. И все, на сегодня хорош. Хотелось бы сказать, что я вообще не набираю мышечную массу, ничего. Я просто хочу все нахрен сжечь. Быть жилистым таким, жилистым. Оп-оп-оп, чё-чё-чё, жилистый. Вот эту вот прослойку, блин, жировую, которая у меня накопилась на всем теле, убрать нафиг. Одолбало. Поприседаю, сделаю пресс один раз и отжимаю один раз. Потом надо домашние делишки сделать и видео. Сделать для вас видео. И сегодня же выложу. Начну с отжиманий. Мне кажется, раз 30 сделаю, не больше. Хотя бы столько. Если буду каждый день отжиматься, через неделю будет в 2 раза больше. Так, приседания. Думаю, раз 70 присяду. Достаточно. Первая тренировка спустя месяц. Тяжко, блин, аж стыдно. Буду стараться чаще заниматься. Прессик. Все. Хорош. Спасибо, ребят, что потренировались вместе со мной. Если видео вам зашло и вы хотите видеть, как я мучаюсь, пишите в комментарии упражнения, которые я должен выполнить, прям в полном описании, чтобы я допер вообще, как они делаются. И я буду тогда на видео в следующей тренировке делать то, что вы написали. Ну, либо просто сниму еще одно видео, где тренируюсь и мучаюсь. Ну, если у меня получится. В общем, да, спасибо за просмотр, лайки, комментарии, репосты. Расскажи всем друзьям, что есть канал Миша Зе, и там годный контент. Пока-пока. Блядь, хочу.